Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Пляж Весна, город Туапсе. Время 11:00. Как вы видите, полный пляж. Погода прекрасная, солнце в дымке. И это хорошо, потому что на 4-5 день уже начинаешь мало-помалу обгорать. И хочется, чтобы солнце было уже в дымке или было немножко облачно, в общем. Вот этот день как раз 5-й день отдыха, когда солнце немножко светит не так, как первые дни отдыха. Море теплое, 23 градуса. Достаточно теплое для этого времени, для 23 июня. Очень комфортно. Так что вот такие дела. Там не дабл-дабл, там не трипл-дабл. Несмотря на все эти коллизии, которые происходят на чемпионате Европы, в частности с нашей командой, и хотя Дзюба дал интервью, где попросил прощения, это все как-то мало радует. Так же, как мало радует и то обстоятельство, что Станислав Черчесов изъявил желание остаться у руля сборной, по всей видимости, до окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре. Но туда еще надо попасть. Для этого пускай попробуют победить киприотов у них на поле 4 сентября. Вот тогда мы посмотрим на силу этой команды. А там уже и хорваты, сами знаете. Так что самый главный матч у сборной России еще впереди, несмотря на ее комфортное место в своей группе к отбору на чемпионат мира. Сегодня очень насыщенный день, 4 матча группы Е и F. Прогнозы давать не буду, потому что футбол есть футбол, все может быть. Сегодня, конечно, соцветие игр, соцветие игроков, которые будут принимать участие в этих играх. Поэтому будем смотреть на красивую игру. К сожалению, в отсутствие игроков нашей команды, которые бесславно закончили выступление на чемпионате мира. На чемпионате Европы, к сожалению. Вот такие вот дела. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат.